Hello guys, с вами Шишимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Can a Cute Ghost Stories Be Spooky? Это инди-хоррорюшка в таком вот виде. Hi, kids. Здравствуйте, ready дети. To be scared? Готовы I don't напугаться? Want to lie. It will be a very scary story. Я не живой, потому что это очень веселая, страшная история. Вы испугаетесь, что даже потеряете свою жизнь. Вы все еще здесь? Ну, тогда. Вы готовы послушать историю? Хорошо. Не бойтесь, приведи меня. Ну что, в темной комнате полных призраков дом старый охотник. Джимми is only 374 years old. Джимми жил 374 года назад. Он был таким же ребенком, как и ты. И в этом доме, like every night, Джимми takes his favorite hat in front of the mirror before leaving the house. No one can understand how special that hat is to Джимми. It was given to him by his mother for his 276th birthday. If only someone tried to steal it, Jimmy would probably go crazy. Короче, Джимми был... О, у Джимми был день рождения, 270 какой-то. Пицца? Me. Head me, Jimmy. Это мой Джимми. Ты хороший призрак. Или ты классный призрак? Так, оденьте... Ну, о, вот, нихера, это зеркало. Так, подожди, а тут еще что есть? Это очень... He is always happy. Призрачную Usually, ночь. Jimmy greets the family before going to the town. He is such a thoughtful guy. Семья Джимми что-то. Так идите для до семьи Джимми. Привет, Цеметери. Боб. Он не Не был в мёртвых. Здравствуйте, семья. Да ладно, ребята. Me, вы не хотите со мной играть? Ладно. Ну, давайте тогда включу музыку, чтобы было более весело. Джек. Мёртвая, дорогая игра шоу. Он должен ожидать пикник. Джекоб. He believe in... Он никогда не пытался летать. А ну-ка, если в другой стороне, потому что здесь можно... О, я могу бегать. Туда есть тоже проход. Эдди. Так, всю жизнь он любил котов. Радостный паучок. Вильям. Непонятно. Джимми. Короче, ясно. I hope you like this music. Я люблю эту музыку. Approximately 20 hours. Она... Jimmy, stop this music now! Sorry, but this music cannot be stopped. Now I'm going to town. Bye! Jimmy, come here! You... Wow, that's why I love Jimmy. He is so innocent and naive. Luckily, I applied some family-friendly filters to this story. We certainly don't want to see Jimmy cry. Миссия, идите в дом. А, таун, в город. Так, историческая штука мэрия, Бенни. Хи, он никогда не хороший игроком во что-то. Энн Андерсон. Он жил, исполняя Life Antle. Ну, короче, слишком много переводов.
Рик. Центральная он для Рич Гост. Оливер. Дулан. Дилан, скорее всего. Конор. Габриэл. Томас. Внимание! Abounded. Короче, туда пока попасть не могу. Подожди, мне домой нужно? Или все-таки в город? Да, все-таки в город. After 2 hours, Jimmy has finally arrived. And now he's so hungry. Luckily, he knows an excellent Italian restaurant in town. It's a perfect night to eat pizza. Так, Джимми, короче, был слишком... был веселый. Oh, another balloon is popped. Hey, dude, don't be mad. Do you want to get a pizza with me? I'll pay for it. Really? Thanks, buddy. Anyway, I'm Dave. It's nice to meet you. I'm Jimmy. Nice to meet you, too. Follow me to the restaurant. Now Jimmy and his new friend are ready to have a good night of fun. Теперь это наш друг, и нам было весело. Hi. Вот что значит из пентаграммы челик вылез. Так, это наш новый друг. Мы идем в пиццерию. А что у нас вообще по ценам? Меню. Аппетис. First cars. Ладно. Погнали. В пиццерию. Jimmy, nice to see you again. Is the guy next to you your new friend? Yes, his name is Dave. He likes to eat pizza like me. Well, Dave, you are in the right place. I make the best Italian pizzas Mario. In town. Now take a seat so I'll take your orders. Thanks. You seem like a very nice person, Mario. Короче, он говорит... О, Джимми! Рад тебя снова видеть. Я тебя тоже, Марио. А, это кто, твой новый друг? Да, это новый друг, как-то он его там назвал. Он тоже любит пиццу. О, да. Прикольно, и что-то сейчас говорит, типа... Мне приятно познакомиться, мне тоже. У вас хорошее обслуживание. Так, мне нужно поговорить. Take and sit. Best customer. Jimmy. Ну ладно. Jimmy, aren't you forgetting something? Jimmy, ты не хочешь ничего мне сказать? Yeah. Да, да. I have to wash my hands before eating, you know, hygiene first. Я хотел, ну ты знаешь. Good boy, Jimmy. Хороший мальчик. Good boy. Хороший мальчик. Так, wash your hands. В смысле? Для леди. Короче, мне нужно шапку снять, да? Или... А, руки помыть. Так, возвращайтесь к столу. Okay, guys. Так, which хорошо, парни. В какую пиццу вы будете заказывать? Маргарита, это с ананасами. Сезонную пиццу. Я не знаю, что за пицца. Мэшрум пицца, грибную пиццу давай. Good choice, Jimmy. Хороший выбор, Dave, Джимми. А ты что, Дэм? Мне нравится... Italian pizza. Яблочная пицца, это итальянская пицца. Джимми, ты не говорил, что твой друг веселый? Я не... Джонни. Джимми. How many times have I told you not Jimmy, to let these pizza criminals говорил, under my restaurant? Sorry, Mario. I thought Dave was a Прости, normal Mario, ghost. Я... I guess I was wrong. Now, нормально. Can I have my pizza? Так я могу получить свою пиццу? Да, конечно. My favorite little customer. Ты мой лучший посетитель костюмированный. Mario's pizza is always good. Yes, it's Пицца true, Марио была великолепна. But to be honest, Mario seems strange. Марио был слишком Why? Странным strange, этой ночью. Narrator? Почему это так? Марио был голодный, я не знаю, что приходить. Может быть, я не прав. Я должен сейчас прийти домой и поспать. Хорошо, давай же тогда обсудим все утром.
А, я туда дальше не могу пойти. Жаль. Скэри, 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 скэри. Еще дискреймер. Дискреймер. Yes. Был. Ghost to home. Так, положите шапочку с обратно на, вы поняли, полку и лечь спать. Просьба, нажмите для веселья. Веселье Джимми. Чувствую, слишком большое веселье будет. Ага. Возвращайтесь на пати. Заметьте, музыка стала... Её музыки вообще нету. My hat. Моя шляпа. О, no. О, нет. This hole stole my hat. Now the Эта дырка ruined. Поглотила ее. Я должен ее достать. Knocking the door. И, кто-то стучится мне в дверь. Наверное, это мои лучшие друзья. Да. I'm scary. Я напуган. Я напуган. Но знаете, странно то, что картинка Шмидт... Джимми! 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 My balloons were stolen. I'm very worried. Мои шарики лопнули. In my party, потому there are что many balloons. Мой день рождения... Well, I mean, thanks, friend. Спасибо, I друг. Я знал, что ты меня поддержишь. What happened here? Party's gone? I'm sorry, куда Dave. Все делось? There are no more balloons now. Есть, Дэви, Dave? Ну... Dave? What? Что? Dave? Dave? Where are you? Куда ты делся? Куда делся Dave? Это страшно. Dave, ты где? Dave? Dave, куда ты делся, Dave? Дэйв в дырке, Дэйв. What a strange dream. Luckily it's all fake. Какой-то был странный сон. Я даже не понял. Вот, no, блядь, no, нет. Stole my favorite hat, like кто оставил эту... Это ж дырка, которая была у меня во сне. Henry, are you there? Can you hear me? What should I do now? Так, что мне делать? Подожди, а где моя шляпа? Наратор? Ты можешь мне что-то рассказать, что я думал? Ну, я не знаю. Oh, it's Dave. Ой, это, наверное, Дэйв. Нужно открыть дверь. Джимми! Джимми! Джимми, Джимми! Мои шарики, да, я знаю. Они были... Что? Откуда ты знаешь это? Это ты сделал? Нет, это был не я. Это было в моем во сне. Это был мой самый... Я открыл двери и... Все пропало. Может быть... Let's go, friend. Серьезно? Давай же, мой друг. Зайдем же в дом и посмотрим. Стоп. В какой дом? Тебаданс. Так, короче, понятно, что что-то пошло не так. Джимми, stop! Джимми, стой! I can't go with you. Я не могу туда пойти. А в чем же проблема? Yeah, I want them back. Да, мне нужно вернуться обратно. You will not be alone. Ну ты же, можешь пойти со мной. Sorry, Jimmy. Прости, Джимми. But I'm staying here. Но я останусь здесь. You're just a wimp. I don't need you. Ладно. I'm going there alone. Так уж быть, я не оставлю тебя одного, или ты не останешься один.
Так, а тут что? Bye. Bye. С этой улыбкой сделаться это, да? Блин, нужно... Подожди, я могу... Наверное, в город мы уже не вернемся, да? Никак. Ну ладно. I don't need Dave. I can find my hat by myself. Я не знаю, где это Дэйв, но я должен... Серьезно, мы идем там, где гробы. Ту. Так, Крипс и Тивс. Зайти в темноту. Понимаете, чтобы вы понимали, игра очень громкая. Игра очень громкая, и мне стрёмно. Не, игра выглядит, да, мило, но... Spooky House, знаете, допустим, игра, вот где-то, наверное, в таком же виде сделали. Какая же это глубокая и... Крипт. Что такое крипт? Устрашающая? Нас, потому что с вами уже пугали с кремаками. И это достаточно того. What is this place? Боже, I've never been я не понимаю, я даже этого не помню. Так, окей. Просто понимаю, если я буду от чего-то бежать, я должен чего-то буду придерживаться. Так, попробую тогда как раз сразу и вот этот. Ага, все. Я понимаю, что я тогда тоже нормально пробежал, но... Ага, вот он. Он даже должен посмотреть на меня. Find weapon. Find. Найдите оружие. Оружие. Нужен какой-то посох. Шляпка. Keyjoy Resist. Внимание, не нажимать. Или не заходить. Я понимаю, что его потом здесь не будет. Это оружие. Ooh, this piece of wood could come in handy. О, это выглядит довольно интересно. Почему это оружие? Как... This hurts. Эй, это было больно. Кто тут такой? Я Джимми. И я ищу свою шляпу. Ты ее не видел? Wait, я... Что? Ну а что ты тут делаешь? I'm Professor William. I'm from England. Here to study these ancient inscriptions. Я изучаю какие-то старых детей. Что? You're just a troglodyte. You don't understand the importance. Ты не понимаешь, это история. Она разворачивается слишком далеко. У меня нет времени на это. Я пытаюсь просто найти мою шляпу. Хорошо, я помогу тебе найти или увидеть эти года. Моя шляпа, она красная. Так что, поэтому я тогда пойду. Thanks, professor. Они за этой дверью. Хорошо, профессор. А почему ты думаешь? Почему дерево?
You have to bring me an ancient map. It's located in a very dangerous area. Есть карта. Some say they have seen strange ghosts. Все это пещеры. Это очень странное, призрачное, но не беспокойся. Это история. Moreover, it's very dark. Рассказывается для детей. I'm also an inventor. I created special glasses to see better in the dark. You want them? Ты понял? Yes. I'm glad someone tries my inventions. I'm sure these glasses will be very useful for you. Окей. Так, он сказал, что он видел ее здесь. Но тут написано... А данж... Подожди, теперь не воринг? А данжер. Короче... Катакомбы, либо пещеры... Не входите. Очень темная арея. Wow, these glasses are very useful. Во, эти глаза... Довольно прикольные. А, ночное видение. Oh, what the heck is that? Блин, что это было такое? Да, я тоже испугался. Но это был Марио. 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 Low battery. What? Малая батарея? Чего? Слишком тёп. Man, these glasses are useless. Блин. Battery ran out immediately. Мои глаза... Закончились или они подвели меня? There is an arrow on the floor. Так, maybe if I follow это... I'll find something. Линия, может она меня приведет туда, куда мне надо? Я могу смотреть вниз, просто идти, чтобы не видеть скримеров. Она понимает, что это... Такая сейчас херотень будет происходить. Ты что, мне страшно, мне нагнетает. The map. О, это карта, о которой я говорил. Давайте же остановимся, это страшное место. Просто смотри вниз. А. Стоп, а куда мне нужно было бежать? Да, стрёмное место. Wow, I found the map. Вот твоя карта, отлично. И как твое самочувствие? Не очень, может быть, эта тьма на меня так повлияла. Что было с моими глазами? Tell the try. Tell a lie. Truth. Я не знаю. Honestly, your glasses suck. Эти глаза, они были довольно... Like они работали в следующую секунду, тебе нужно их доработать, и прости. Ну, где же моя голова? Я очень сильно спешу. Фак, походу я не то сделал, да? Ну давай, скримак, я жду. My hat. Моя шляпа! Congratulations, Jimmy. Поздравляю тебя, Джимми! Ты... Yeah, Jimmy, congratulations. Я поздравляю. Это был всего лишь все заплани... Это история, рассказывающая тебе о приключениях твоего дня рождения. Guys, my birthday is not today. Но сегодня не мой день рождения. Someone has to give me some money to repair that. У меня даже нет денег, чтобы... Джимми, Джимми, look behind you. Посмотри обратно. Where is it? А что там? Guys, ребята, where are you? Куда вы делись? Come back. Вернитесь. Like, I really want that money. Я... Well...
Так. This is the end of our story. I hope эта история, я расскажу историю. Думаю, она вас напугала. Теперь Джимми... But in the end, нет, he found нет his у которых денег, и он даже не знает, hat. Что делать. It's me. И шляпа yeah, это я. Да, дети. Я рассказывал говорящая шляпа, и это я говорил yeah. историю. Да, да. Конец. Ну что, ребят, как-то такая вот игра. Надеюсь, вам понравилось. Мне тоже понравилось. Для меня мне понравилось. Были пугающие моменты, скримаки взять. Ну, допустим, ладно, первый скример. Может быть, джедаем, но когда тебя второй раз этой херней пугать, ну, такой. Особенно в ночью, когда вы там пугали. В пещере. Здесь есть сюжет, юмор, в тот же момент перемешанный с хоррор-моментами. Были скримеры. Джерзон, это, походу, кто разрабатывал. Поэтому, ребятки, это, знаете, сейчас как раз Хэллоуин у нас, и игра подходит для Хэллоуина. Поэтому давайте я еще раз запущусь. Мне интересно, в городе, может быть, я же в городе что-то упустил. То, что там я нашел Би, потом Хай. Давайте я сейчас просто сгоню и посмотрю. Не, ребятки, все-таки больше здесь ничего такого скрытного и спрятого нету, поэтому давайте на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем с днем святого. Хотел сказать Валентина, но с днем всех святых. Да, всем пока.